Декабрь 2003 года. Несколько дней до официальной регистрации кандидатов в президенты. Страна веселится. Чего только стоит Владимир Брынцалов, миллионер, знаменитый драками в Думе. Кандидатами в президенты самовыдвинулась группа «Тату», а архангельское отделение партии СПС заявило о том, что на пост президента претендует героиня популярного мультика «Масяня». Шире нужно думать, Хрюнюэль. Герман Стерлигов объясняет стране, что владеет большой гробовой конторой. Ничего плохого в профессии гробовщика нет. Это не водки торговать или сигаретами. Реклама его ритуальной продукции сияет на центральных улицах Москвы. Стерлигов в приподнятом настроении. И вдруг ему объявляют, в выборах вы участвовать не будете. С выборов меня сняли в последний момент, в день получения мандата кандидата в Центризбиркоме. Это был полный крах. Под выборную кампанию Стерлигова несколько влиятельных людей выделили огромные средства. И когда бизнесмен не оправдал их надежд, эти фантастические суммы пришлось возвращать из личного кармана. Ну, ему пришлось со всеми расплатиться, продать свой дом на Рублевке и переехать в лес. Причем, когда переезжали с Рублевки, визгу было не знаю сколько. Визжала Алена. И, глядя сегодня на эту кроткую женщину, невозможно представить, как она орет на мужа и обзывает его ужасными словами. Стерлигов запретил ей смотреть телевизор и пользоваться интернетом и косметикой. Ходить с непокрытой головой. Живет она в глухой деревне. Никуда не ездит. Никогда не знала, чем он занимается. Я помню, когда он пришел домой и сказал: «Алена, на днях я стану миллионером». Герману Стерлигову было 25, когда он стал одним из самых богатых граждан России. И Алена попала просто в сказочную жизнь. Невероятные машины, особняки, бриллианты, целый штат обслуги. В голодные 90-е это было похоже на сон. Это его собака Алиса зевала по Первому каналу чаще, чем погоду показывали. В каждой дырке была реклама «Алиса, биржа», а рот там открывала собака Алиса. И, значит, побежал народ в эту биржу. У меня было 6 миллионов сразу. Первый день. И так и пошло примерно. В день по 6 миллионов. Это были годы, когда еще плохо работала банковская сфера и не было офшоров. И богатые люди хранили килограммы наличности дома. Деньги у Стерлигова были повсюду. В офисе, в городской квартире, в роскошном особняке на Рублевке. Нам приходилось таскать сумки, набитые там зелеными долларовыми купюрами. И до сих пор у меня такая сумка, одна из таких сумок сохранилась, в нее влазило примерно 5 миллионов долларов. Совершенно жуткий запах вот этих вот американских баксов до сих пор не выветривается из сумки. Алик Гасанов. В начале 90-х эту фамилию в Тольятти знали все. Крутой бизнесмен, вокруг которого крутились самые мощные коммерсанты и высокие городские чиновники. Он был сказочно богатым человеком, и его жене Оксане Лабинцевой завидовал весь город. Олег возглавлял крупнейшую фирму, торгующую «Жигулями» под названием «Мегалада». И его называли финансистом крупнейшей в Тольятти Рузляевской ОПГ. После только вот начала этой перестройки получает вот этот огромный шанс стать миллионером, и он становится им. Действительно становится миллионером. Когда рухнул Советский Союз, то выяснилось, что 70% предприятий так или иначе работало на оборону, и больше они не нужны. «АвтоВАЗ» был единственным в стране заводом, где делали технологичный продукт, который нужен всем. И Алик Гасанов и его жена Оксана, благодаря сговору с руководством завода, закупали автомобили по заниженным ценам и брали в долю бандитов, которые с удовольствием вкладывали свои растущие капиталы в этот сверхприбыльный бизнес. Кинуть завод на 1000 машин – это была нормальная, причем такая сумма вот этого кидняка – это сразу это миллион долларов. Самый знаменитый кидок был на 5000 машин.
Рабочие завода по 3-4 месяца не получали зарплаты. В городе была бедная серая жизнь, разбитые дороги, разрушенные детские сады и больницы. А Алик Гасанов становился все богаче и в общей сложности кинул АвтоВАЗ на 6 миллионов долларов, что в то время было просто астрономической суммой. И при этом супруги были уверены, городская власть и милиция их никогда не тронут, ведь за ними страшная ОПГ. Первыми двигателями капиталистической, если ее так можно назвать, экономики, были, конечно, люди, у которых не было морально-нравственных заборов. Алик Гасанов считал себя хозяином города и человеком, который очень нужен бандитам. Но в какой-то момент они решили, что он взорвался и больше не нужен. Его убили в день рождения, когда Алик, разгоряченный спиртными напитками, вышел из самого дорогого ресторана Тольятти. Смерть была мгновенной. Стрелял очень опытный киллер. Охрана Гасанова прикрыть не успела. Еще вчера Оксана была счастливой женщиной, любимой женой, мамой двух сыновей. А сегодня осталась одна, не понимая, что делать дальше. Но раздумья длились недолго. Она решила возглавить империю убитого мужа. Бизнес-вумен тоже понятие, которое вошло в русский язык в 90-е. Естественно, если она занимается бизнесом, она должна как-то взаимодействовать с криминалом. То решил вопрос, живет, не решил, все, нет. Весь бизнес в России в то время был связан с криминальным миром. Бандиты залезли всюду. И по их понятиям, женщины нужны были только для веселого отдыха, ну и в качестве жен и матерей детей. Вести дела с бабой им казалось немыслимым. Бизнес-империю Алика просто рвали зубами, отбирали объекты недвижимости, вытесняли с разных рынков, и Оксана решила договариваться. Сама ездила на стрелки и предлагала, как ей казалось, выгодные условия для сотрудничества с ней. На нее смотрели уже как на... просто уже фактически как на жертву, да, как просто на кошелек, набитый деньгами. Вот и все. Ее просто обманывали, из нее пытались выбить ее активы. Оксана была красивой женщиной, и поклонников у нее было много. Но из всех мужчин она выбрала Александра Милованова, члена одной из самых мощных в Тольятти ОПГ. И она считала, что надежнее крыши нет. Милованов казался ей самым крутым и сильным. Но шаг за шагом у нее отняли почти все, что когда-то принадлежало мужу. А Милованов поиграл с ней и бросил. У Оксаны осталась одна автостоянка, которую она решила продать двум бандитам, братьям Поповым. Но потом передумала. Да она вот очень, конечно, импульсивным была человеком. Очень люди, которые слишком эмоциональные, могут завтра переменить договоренность. И договориться с ними невозможно. Но братья Поповы почувствовали себя оскорбленными и захотели получить стоянку любой ценой. Выход был один – убить Оксану. Выполнить это задание взялся ее бывший любовник Александр Милованов, который выпустил в женщину 6 пуль. Все произошло рядом с ее домом посреди белого дня. Голливудская история, то есть любовник, да, который окликает Оксану «привет» и стреляет, выпускает в нее полную обойму. Ветер перемен. Настроение у граждан приподнятое. Масса новой, раньше запретной информации и раньше невиданных шоу. В 88 году прошел первый конкурс красоты «Мисс Москва». Отбор на конкурс проходил в парке Горького. Очередь из девушек была на пару километров. И дальше понеслось. Конкурсы красоты стали проводиться по всей стране. В конкурсе я надеюсь победить. И надеюсь, что меня там кто-нибудь заметит. И я смогу найти себя в этой жизни. В каждом городе организовывали там мисс красота, мисс туда, мисс оттуда. Одни говорили: ужас, девушек оценивают как лошадей. А другие утверждали: наши женщины самые красивые в мире, и это надо показывать. Просто я знаю, что очень пользуются популярностью наших женщин. За рубежом, сегодня в Европе очень. Они стремились, девушки знали все, я со многими общался, они знали, зачем идут они. Участие в конкурсе красоты давало возможность познакомиться с папиками, как тогда называли богатых, солидных мужчин, чей возраст далеко за 30, и стать содержанкой спонсора.
Конкурсы красоты притягивали к себе и откровенных бандитов. 90-е – время, когда с дикой скоростью плодятся новые ОПГ, и королями во всех городах России становятся криминальные личности, которые больше не прячутся по норам. И внутри братвы идет соревнование, чья любовница лучше, а крутая – значит с короной. А моя обыска будет мисс очарование. Он говорит, мисс очарование уже взяли. Он говорит, тогда мисс ума. Он говорит, без ума уже взяли. Он говорит, а тогда я не знаю. Ему говорит, ну давайте будет мисс, там, я не знаю, интеллект. Он говорит, не пускай. Сколько? Он говорит, 200. Он говорит, ну окей. Первые красавицы в районном центре или крупном городе с удовольствием принимают ухаживание братков. Роман даже с рядовым бойцом невидимого фронта делает жизнь гораздо интереснее. Вообще девушки всегда любили хулиганов, как известно. А бандиты, они и были и веселые, и хулиганы, и обладали властью, и денег не жалели, потому что зачастую недолго жили. Ореховская группировка – одна из самых страшных в России. Сколочена была в конце 80-х на юге Москвы. В начале 90-х орехи, которыми управлял Сильвестр, объединились с солнцевскими и стали заниматься бизнесом, открывать магазины, рестораны, спортивные залы. Сильвестр стал миллионером, а его жена – банкиршей. Но в 94-м уже была вдовой. Машину с Сильвестром взорвали. Это было очень тяжелое время для нашей страны, 90-е годы. Это был полный беспредел. Были убийства, были раздел имущества. Империи убитого Сильвестра стали рвать на части другие бандиты и яростно истреблять друг друга. В борьбе с ореховскими одна банда использовала киллера Александра Салоника. Салоник умудрился бежать из матросской тишины и спрятаться в Греции. А с ним была красавица Светлана Котова, которую он заприметил на конкурсе «Мисс Россия». Вообще Салоник должен был один приехать, ему было сказано. Он приволок с собой Котова. Какого рожна? Что она сидела как дура? Салоник и Светлана Котова были зверски убиты, когда неуловимого киллера наконец-то настигли его враги. Их останки нашли через несколько дней. Убийцы их расчленили и закопали на пустыре. Причем один из них, Александр Пустовалов, потом рассказывал журналистам, что девушке дали возможность уйти, но она не ушла. Он говорит, ну сидит она, сидит. Я уже чуть ли не открытым текстом говорю, уйди отсюда. Говорит, ну не хотели мы ее трогать, не хотели убивать. Жительница Чебоксар Александра Петрова в 16 лет случайно попала в модельное агентство, про которое говорили все девчонки в городе. И там были потрясены ее красотой. Великолепный рост и потрясающие пропорции. Это очень узенькая кость, но при этом она не была костлявой, она не была худой. То есть это вот гладкие ручки, гладкие ножки, идеальные формы, все. Александру решили отправить на конкурс «Мисс Россия». И мама Шуры просто не находила себе места. Ее девочка никогда в Москве не была. Была наивной и ранимой, но удержать ее было невозможно. Девочке не хотелось всю жизнь провести в нищете. Практически все девочки в нашей стране знали, что такое нищета, что такое думать о куске хлеба и что такое одевать под джинсы штопанные колготки. Мисс Чебоксары! Александра Петрова завоевала корону «Мисс Россия 96», и на нее сразу обратили внимание иностранцы, предложив контракт на огромную для тех времен сумму – $100 000. Все настолько были шокированы появлением Шуры, что весь московский бомонд, все, что там было, журналисты, агентства модельные, просто какие-то фирмы, они бросились на нее, мы ее чуть не порвали в клочья. Но Александра Петрова лишь немного поработала за границей и вернулась в родной город. И с ней хотели познакомиться все богатые мужчины. Имидж нового русского, помимо крутой тачки, обязательно предполагал титулованную красавицу. Константин Чувилин был хорош собой, очень обаятельно улыбался. У Шуры случилась любовь с первого взгляда. И надо сказать, что бизнесмен влюбился тоже. Это была необыкновенная девушка. Совершенно термоядерное сочетание, когда идет королевишна, да, неземной красоты, и при этом
вот эта вот мягкость обычной девчонки. Константин Чувилин стал содержать семью Александры и сделал ей предложение. Для матери Шуры, которая устала жить в нищете, это было большим облегчением. Дочка устроилась хорошо. Скоро родятся внуки. Константин был криминальным авторитетом, но как-то в это не верилось. Шуру он любил безумно. Практически он там с нее пылинки сдувал. Однажды Александра, ее возлюбленный и его товарищ подъехали к дому Константина. Настроение у всех было отличное, опасности никто не почувствовал. Компания зашла в подъезд, а там их поджидал убийца, который расстрелял всех троих в упор. До сих пор не ясно, кого хотели убить, либо... А вот этого авторитета, да, либо его друга, там, директора рынка. А девочке никто не говорил. Она просто была рядом. Это убийство потрясло Чебоксары. Люди пересказывали друг другу страшные детали трагедии. И всем было бесконечно жалко Шуру, юную женщину, которая успела в этой жизни только получить корону королевы красоты и первый раз влюбиться. Когда погибает такой светлый человечек, то это всегда кажется страшно несправедливо, ужасно и кошмарно. И все время хочется спросить, почему? На похороны Александры Петровой и ее жениха пришли сотни жителей города. И прощание растянулось на несколько часов. После отпевания, когда вынесли тело Шуры и кости, их долго, очень долго несли по проезжей части. Дороги были все остановлены, транспорт был остановлен. Очень часто просили, ну, там люди менялись, кто несли, просили, чтобы они, положили уже, поставили гроб в машину. Они, мне кажется, если бы как-то регламентом по времени не было обозначено, то, мне кажется, до самого кладбища Шуру бы донесли до руках. Кино ранних 90-х почти все на злобу дня и рассказывает о жизни новых русских. Алло! Ренат, что, проблемы? Народившихся буржуев ненавидят, но при этом им, конечно, страшно завидуют. И для того, чтобы фильм по-настоящему понравился публике, сценаристы и режиссеры обязательно вводят сцены, где новых русских пытают, а еще лучше убивают. В твоих же интересах сказать, где. Все, что у меня было, вы уже забрали. У нас нет времени устраивать обыск. Чтобы голодные граждане облегченно вздохнули, такие деньги до добра не доводят. Жизнь нового русского красива, но коротка. А говорил, что нету. Подонки! За десятилетие с 90 по 2000 год примерно от 5 до 6 тысяч погибло в Питере. Значит... Для примера скажу, что за десятилетний срок войны в Афганистане 14 тысяч погибло. А здесь только в одном городе, да, вот такое количество. Это и бизнесмены, и бандиты, и сопутствующие им лица. Каждый пятый убой попадало под замес либо любовница, либо жена. Алена Стерлигова прекрасно понимала, в какой опасности пребывают она и дети. В детали муж ее никогда не посвящал, но семья не могла и пары месяцев просидеть на одном месте. Путая следы, постоянно приходилось менять дома и квартиры. За 3 года бурной деятельности Стерлигова пришлось переезжать 30 раз. Постоянно жила с охраной, меня скрывал, были у нее там какие-то стычки. Один раз с чеченами, который друг чечен его предал. Разные были жизненные ситуации, когда нужно было скрывать семью. Сейчас, когда дети Стерлиговых выросли, родители не рассказывают им, что когда-то их жизнь висела на волоске. Просто потому, что они дети миллионера. И до этих дней вся семья могла бы не дожить. Это же были 90-е, когда охота за деньгами, когда были и похищения людей, и шантаж с детьми. Криминальные сводки 90-х – это сплошные заказные убийства и расправы с семьями новых русских. Еще в конце 80-х тысячи людей с достатком, даже чуть выше среднего, становятся жертвами рэкетиров. И бандиты прекрасно знают – нужно прессовать жену и детей, так деньги отдадут быстрее. У меня был случай, бухгалтер завел совхоза женщину и ее сына. Приехав к ним домой, сына затолкали в подвал. На ней разогревали утюг.
с вопросом, где деньги. Голова была пустая, как пустой медный котел. Кроме бабла и удовольствия ничего там не было, потому что были безбожные болваны. Стерлигов заработал десятки миллионов долларов, но в середине 90-х все потерял. Уцелел лишь особняк на Рублевке да коллекция картин. Алена кричала, устраивала истерики. Ей казалось, что жизнь кончена, еще немного, и придется расстаться с домом. Ее муж, как водится в России, сначала ушел в запой, а потом, как птица Феникс, восстал из пепла и придумал новое прибыльное дело. Но в 2003-м черт дернул его сначала податься в мэры, а потом в президенты. После этого он стал полностью банкротом. Роскошный дом на Рублевке продали, чтобы отдать долги. И семья, привыкшая к роскоши, отправилась в подмосковный лес, понимая, что будет жить без крыши над головой. Мы поставили палатку, и Герман сказал, а я уже была беременна пятым, сказал, через 3 месяца ты видишь свой дом и будешь жить в своем доме. Когда Стерлигов заделался фермером и стал выглядеть как старообрядец, к нему зачастили журналисты. И все ужасались, его дети ходят с оружием. А глава семьи говорил, ну что вы хотите, охраняем себя и хозяйство, ведь первый дом им сожгли. Я поняла, что дом не спасти, ну пламя такое. И заплакала, потому что мне стало так жалко Германа. Ни дом, ни себя Германа, потому что это его мечта горела. Он на всех парах примчался, спас семью и решил ехать за людьми, которые подожгли этот дом. И слава богу, конечно, вот Господь уберег, Герман их не догнал, потому что, зная Германа, его отношение к супруге и к своим детям, я представляю, что бы там просто было. Еще одна киноцитата из ранних 90-х. В фильме с названием «В духе времени. Выстрел в гробу» показана жизнь стрип-бара. Девчонки, предлагаю расслабиться, поужинать, а в 12 очень важная встреча с нужными людьми. Владелец заведения называет его секс-театром и убеждает девушек, что они не проститутки, а актрисы. Театр. Эротический. Театр. Первый стриптиз появился в Сочи еще при советской власти в середине 80-х. Это были тайные шоу в гостинице «Жемчужина». В начале 90-х это любимое развлечение мужчин с деньгами уже абсолютно легальное. И количество таких точек разврата растет и растет. Сначала легкая программа, закуска, еда. Ты начинаешь там закладывать заворотник в любой форме, или сильный, или так, то... И выступление стриптизерши, это было очень круто. В этой женщине невозможно узнать одну из самых красивых и дорогих стриптизерш знаменитого клуба «Dolls». Наталья Лагода провела последние годы жизни на Украине и скончалась во время боевых действий рядом с ее домом в Луганске. Вот здесь она на кровати вот так и умерла. Ей нужна была срочная госпитализация. Виталий, который был рядом, он мог... положить ее в больницу, купить каких-то лекарств или еще что-то. Но вместо этого самое лучшее лекарство – это была очередная бутылка водки. В самом крутом стрип-баре Москвы Наталья Лагода была танцовщицей, которой платили больше всех. По эту красавицу знали все любители ночных развлечений. Очень красивая женщина, очень красивая, утонченная, с великолепной фигурой, очень мягкая, нежная в общении. Александр Карманов был владельцем ночного клуба «Грёзы». Провинциальная девушка, которая мечтала о сильном плече и надежном спутнике жизни, получила то, чего так хотела. Карманов был богатым, щедрым, красивым. Их бросило друг другу сильное чувство. У нее было вот это счастье в 90-е, да, встретить своего человека, спонсора, заботливого мужа, который очень о ней заботился, кстати. И клуб, вот он, по разговорам, да, клуб этот он ей подарил. Когда Наталья захотела стать певицей, Александр Карманов выделил на ее раскрутку огромные деньги. Покупал ей песни, платил за красивые клипы. Это были серьезные, скажем так, непотребительские отношения друг к другу. Нельзя было сказать, что одному нужна просто красота и тело, а второй нужны только деньги. Они, я со стороны могу с уверенностью сказать, что это была все-таки любовь. Да, настоящая такая любовь.
У Натальи был ребенок от первого пробного брака на Украине, и она была глубоко признательна Карманову за то, что он хорошо относился к Диме. Она считала, что скоро свадьба и впереди счастливая жизнь. Но Карманов полюбил другую. Ольга Орлова была солисткой популярной группы «Блестящие». Более цепкая и более прагматичная по своему стилю, по характеру. Олечка Орлова, да, к которой я прекрасно отношусь, но тем не менее просто она другой человек. Она сумела тем, что ей пошло в руки, воспользоваться иначе. Вот и все. Та была беззащитная и бессильная. А эта сильная и умная. Наталья переехала в маленькую квартирку, шоу-бизнес для нее закрылся. Раньше она ездила с сыном по дорогим курортам, он вертелся за кулисами, жизнь у мальчика была яркой и интересной. Теперь все было по-другому. Был на тот момент на балконе, когда она сидела на окне и говорила: «Дима, прости». Это страшный момент. Про это рассказали все газеты и теленовости. Наталья Лагода выбросилась из окна квартиры, которая находилась на 5-м этаже. У меня была истерика, как увидел ее. Побежал по всем соседям звонить, чтобы помогли. Но ей удалось выжить. Первые шаги Наталья сделала через полгода. Не могла держать ложку, есть нормальную пищу. Каждое движение отзывалось в искалеченном теле острой болью. Он мне рассказывал, что увидела свет. Увидела меня, и ради меня она не ушла, как бы это сказать, на небеса. От красоты и магнетизма, который сводил с ума мужчин, ничего не осталось. Наталья захотела уехать из Москвы. Я говорю: хочешь, поехали, у меня много родни в Луганске. И поэтому мы тут оказались. С Виталием она познакомилась в уличном кафе. И родственники певицы считают, что его интерес к Наталье подогрела ее московская квартира, которую Виталий очень быстро уговорил продать, а деньги вложить в сомнительный бизнес в Луганске. Дом хотели, но мы его немного не достроили. А потом началась война, и все уже покатилось. Кризис, там потеряли денег нормально. Из-за курса доллара. Было продано даже те ювелирные украшения, которые были на Наталье. Жизнь этой пары соседи описывают коротко. Напьются да спят. Наталья, когда была молода и богата, любила шампанское и дорогие вина. В Луганске налегала на водку. Дела в их автосервисе абсолютно не клеились. Наталья опустилась и превратилась в женщину, которую в народе обычно называют грубым словом алкашка. Она от стола не отойдет. Никогда. И хлопцы только отвернулись, она уже забуханная. 12 раз она в наркологии была. А что я могу сделать? В апреле 2014-го в Луганской области началась война. Было очень страшно. Наталья и Виталий прятались по холодным подвалам. Лагода часто болела. Скорее сказать, ни дня не была здоровой. Часто простужалась и лежала без сил. И кричала от боли в сломанных ногах. Просто ревела на взрыв. Виталий, чтобы это не слышать, просто давал ей очередную бутылку водки. На и заткнись. От дикой грязи, недоедания, постоянного холода и неуемной страсти к водке Лагода лишилась последних сил. В апреле 2015-го ее продуло, началась пневмония. Виталий жену в больницу не отвез. Ушел из дому ненадолго к соседу, вернулся и увидел, что она умирает. Спилась все-таки. Говорят, что спилась. И человек не смог смириться, что ее бросили, ее оставили. Вот этот переломный момент, наверное, повлиял на все. Наталью Лагоду похоронили на Южном кладбище Луганска. Виталий приходит сюда раз в неделю. Здравствуй, кукла моя.
я уже к тебе хочу. Побыстрее. Эта женщина просит называть ее Еленой Бонд. А настоящее ее имя – Эльвира Бондарь. Звучный псевдоним она придумала себе в 90-е, когда делала карьеру эстрадной дивы и была подругой миллионера. То, что она звезда, Елена Бонд, она не то, что там Лена Бонд, да, представлялась, или там Лена. Она так и говорила, что я звезда Елена Бонд. И она говорила, что на эстраде у нас только две звезды. Это Алла Пугачева, Алла Борисовна Пугачева, и она. 15 лет назад она жила на Рублевке, имела личный вертолет и автопарк эксклюзивных иномарок, разъезжала по самым дорогим курортам мира и выгуливала свои огромные бриллианты на светских тусовках. Был пилот, и я говорила, куда поедем, то есть туда, то есть над Рублевкой мы летали. То есть это было очень красиво. Сегодня она живет на окраине Москвы в маленькой квартирке, шокирующей грязью и отсутствием ремонта. Главное украшение которой – былые трофеи Елены. Вот сам вот этот конкурс – это вообще самое шикарное, что у нас есть. Это вот эта вот самая миссис Москва. Елена приехала в Москву из Ташкента. И ставку в покорении столицы сделала исключительно на эффектную внешность. Работала моделью и ходила по ночным клубам в поисках богатых мужчин. И когда мы встретились, то есть у нас любовь с первого взгляда произошла. Я даже написала песню «Любовь с первого взгляда». Он прям от меня не отходил ни на шаг, постоянно усыпывал меня розами. Юрий Мамонов был успешным бизнесменом и политиком и устроил Елене действительно сказочную жизнь. Еще недавно она скиталась по съемным углам, а теперь проживала в особняке и могла купить себе все, что угодно. Днем салоны красоты и шопинг, вечером общение с любимым мужчиной. Или, если он занят, беготня с подругами по ресторанам и клубам. Вместо того, чтобы зарабатывать, учиться и как-то в жизни продвигаться, конечно, лучше заполучить мужчину, иногда даже и женатого, быть там 3-й, 10-й, 15-й любовницей или кем угодно, но только не работать. А Елена продвинулась намного дальше, чем другие охотницы за олигархами. Она стала законной женой Юрия Мамонова и родила от него ребенка. А потом захотела корону королевы красоты. И победу обеспечил хороший знакомый мужа Тельман Исмаилов, который вложил в конкурс «Миссис Москва» кругленькую сумму. А потом Елена захотела петь, и муж оплатил и это. Музыкального образования у Елены не было, но было огромное желание и уверенность, что она не хуже многочисленных подруг и жен других богачей, которые в то время вылезли на сцену. Был претермин такой, поющие трусы, в том числе у нас в музыкальной журналистике, это бесконечное количество любовниц каких-то бандитов, значит, подруг, жен, там, я не знаю, родственниц, племянниц. Со стороны ее жизнь походила на сказку, о которой мечтали миллионы девушек по всей России. Но, как и за другими высокими заборами на Рублевке, в этой семье супруг не умел хранить верность и просто откупался от жены, чтобы она не устраивала скандал. Я беременна была, рожала в Италию. Я почувствовала, что он меня изменил. Я не могла простить, и мы как-то вот так вот. И я, то есть, больше молчала с ним, поэтому он привозил деньги уже, когда он уже так вот, то есть, давал мне деньги, то есть, откупался деньгами за свою вот неверность, да. Какое-то время Елена еще продолжала петь и тратить большие деньги на песни и клипы. Но вскоре муж объявил ей, что подает на развод, и она ему больше не нужна. Елена кричала, угрожала самоубийством, но супруг был совершенно спокоен. Там были просто измены, как и с его стороны, так и с ее. Она просто попыталась ему отомстить, с кем-то изменила, и он сказал «до свидания». Когда я была маленькая, вот мама вспоминала и говорила: «Оля, ты кем будешь работать?» – спрашивала она меня. Я говорю: «Я никогда не буду работать». «А почему? А у меня будет богатый муж», – отвечала я. Сказала и сделала. Когда Ольга выросла, она стала женой одного из самых богатых людей России – олигарха Владимира Гусинского. В эпоху семибанкирщины он был вхож в Кремль, имел огромное количество мощных бизнесов и бился в острой конкурентной борьбе с хитрым и опасным бабом.
сейчас я ни за какие шиши не хотела бы повторять этого, вот, потому что это совершенно не имеет значения, какой у тебя муж, богатый или не богатый. После развода Гусинский заявил, что финансово ей лично помогать не будет, но берет на себя полное содержание сына. И уже бывшая жена олигарха согласилась на то, что мальчик уедет учиться за границу. Я считаю, что я совершил большую ошибку, решив его отдать учиться за границу. Потому что вот по нему тогда, когда он уехал, было видно, что он нуждается еще в таком, ну, в материнском, ну, в семейном общении. Сын Ольги уехал за границу в 13 лет и виделся с ней редко. Отец поездок в Россию не поощрял, а у Ольги после развода не было денег, чтобы ездить в Швейцарию самой. Ее мальчик вырос, уехал в Америку, где стал успешным юристом и, по сути, чужим ей человеком. И не было дня, чтобы Ольга не жалела о том, что когда-то позволила разлучить ее с сыном. Когда я с ним разговариваю, я все время как будто пытаюсь навести мосты, как будто я устанавливаю какую-то связь, но ее же нет. В фильмах о лихих 90-х, как правило, богатый человек относится к своей супруге как к надоевшей игрушке и обязательно имеет любовницу. Тебе жалко денег, дорогая? Это не только твои деньги. Это наши деньги. Это деньги, которые мы вместе с тобой... Ты забыла, откуда я тебя взял. Все жены первых миллионеров были, как правило, отправлены рано или поздно в отставку. Мужчинам, которые имели власть и огромные деньги, хотелось, чтобы рядом были женщины помоложе и покрасивее. Кто-то женился 2 раза, кто-то 6. Крепкие узы брака были не в чести. Москва очень стимулировала жен и многолетних любовниц держать себя в форме, потому что каждый год, как чертенята из преисподней, подтягивались молодые, амбициозные, красивые барышни, которые никого не жалели. После развода Елена Бонд решила, что вся проблема в увядающей красоте, и сделала несколько изуродовавших ее манипуляций с лицом и телом. Вот эти вот огромные губы, вот эта вот, да, непропорционально некрасивая грудь, импланты, которые непонятно из каких материалов в свое время выполнялись, незнание, неумение воспитать в себе чувство меры, достаточности приводили вот к таким крайностям. Елена попыталась вернуться на сцену и телевидение, но без огромных денег была уже никому не нужна. Побывала еще раз в недолгом браке, на этот раз гражданском, родился еще один мальчик, но детьми занималась няня. Чудесные мальчишки, 2 ребят. Это безумно интересные дети, которые хотели и развиваться, хотели и ласки, хотели мамы, хотели семью. Но эти дети как-то были всегда и не особо интересные. Она пыталась устроить личную жизнь. Отчаянно боролась за мужское внимание. Продала свои шубы и драгоценности. И вырученные средства потратила на клубы, где искала нового бойфренда. Но миллионеры больше на нее не клевали. И последним ударом стало то, что первый богатый муж перестал платить алименты. Мы ему сказали, что нужны деньги на продукты, на питание. А он даже не заблаговолил, то есть даже помочь своему ребенку, не послал ни деньги, то есть не обеспечивает, то есть хоть какая-то помощь от мужчины своему ребенку должна была быть, а он даже не соизволил даже воспроизвести оплату хотя бы своего сына. Предложение сняться в скандальном фильме «Юлия» поступило, когда Елена уже не знала, где взять деньги на еду. Кто такая Юлия Тимошенко, она узнала от продюсера фильма. Политикой Елена Бонд совершенно до этого не интересовалась. Я так и не рассказал тебе, что говорит Буш. Знакомься, Миша, это Лёля, депутат Украинской Рады. Она за Юлю там получила, не знаю, она сказала, что вроде бы то ли 300, то ли 600 долларов, как-то так, за съемки. Хотя ей обещали намного больше. Потом Елена снялась еще в десятке картин подобного сорта, которые называются грубым словом «порнуха». И вдруг ее телефоны замолчали. Бывшая светская дива как будто испарилась. А когда через несколько месяцев нашлась, выяснилось, что она проходила лечение в психиатрической больнице. Мне ее как женщина было очень жалко. Мне жалко было ее детей, мне жалко было ее.
Главным достижением жизни Герман и Алена Стерлиговы считают своих детей и отношения с ними. Их бывшие друзья по Рублевке либо отправили их за границу, либо лечат от наркозависимости, либо страдают от того, что вырастили алчных эгоистов. Дети Стерлиговых не ходили в школу, но очень образованы и прекрасно воспитаны, умеют трудиться, глубоко уважают родителей и не хотят покидать свой дом. Мне хотелось бы быть таким же отцом для своих детей, каким Герман является для своих. Каждый день Алена благодарит Бога за то, что Герман когда-то разорился, и они уехали далеко от Москвы. Мне страшно представить, что было бы с нашими детьми, с нами, если мы продолжили там жить. Ну, потому что это страшный мир. Это просто гетто. Это другие ценности. Кому-то они кажутся парой экзальтированных чудаков, играющих в отшельников, у которых есть поместье со всеми удобствами. Но друзья им завидуют. С миллионами или без них Алена предана мужу, а он не мыслит жизни с другой. Мы 26 лет вместе, у меня чуть ли не каждый день признается в любви. И я считаю, что это очень достойный брак, если женщина так ценит своего мужа, что она идет за ним хоть в огонь, хоть в воду.